Тысячи людей умирают каждый день. Но положи труп в центре города, и они сходят с ума. Посмотри, из них сочится страх. Это напоминает мне войну с косоглазыми. Вьетнам? Да, Вьетнам. Я тогда был ребенком, но я видел фильмы. Фильмы — это не то, Стю. Как передать страх, смрад, свиней, жрущих обугленными напалмом тела? Я что, по-твоему, и в войне виноват? Я вернулся, а в меня плевали. Конечно, страна должна извиниться. Слушай, я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Ты пришел с войны, ты никому не нужен. Работы никто не дает. Из этого может получиться трогательная история, которая всем будет понятна. Ведь даже копы уважают ветеранов. Ты жалок, Стю. Очнись, обугленные напалмом дела. Мне что, полтинник, по-твоему? Хватит пудрить мне мозги!